О! Здорово! Ярмани, ярмани, ярмани! Короче, сейчас нас внизу ждет. Ассаламу алейкум! Подожди, брат. Сейчас едем F90 смотреть, брат. О, я сколько девочек в Варшаве познакомился, брат. Оценку чеснока дадите или лука, брат? Брат, сейчас нужно оценку, чтобы вы мне дали бы оценку лука, типа болку снять или белую одеть, понял? Ты мне, короче, сейчас нужен в чате, брат, не уходи, да, по-братски. Что мне их оставить с этой футболкой? Или поменять шма? Может, белую одеть, брат? Такие цвета не нравятся мне, брат. Я то, что сам темненький. Маджаджа, маджаджа, где же ты, где? Все, давай выйдем, брат, на улицу. Короче, там Акма ждет на F90. Сейчас вы как раз мне скажете, как вам цвет автомобиля. Если понравится, то, короче, сделаем такой. Все, пацаны, давай, оба с Богом. Мяу. Охуеть! Акма в го... Ой, бля, брат. Хорошо, брат. Ассаламу алейкум. Брат, ебать. Что вы понимали, пацаны? Мы с Ак... Сколько, брат? С 19 года знакомы? Брат, давно знакомы. Как ты, брат? Все четко, доехал? Да, да. Наконец-то я выйду, брат. Пиздец ты, блядь, молодец, знаешь? Тренируешься, брат? Не-не, это зрители, брат. Сейчас пойдем. Бля, брат, хорошая она, знаешь? Как вам цвет? Бля, пиздец выглядит, брат. Именно вот хорошо, понял? Значит, а у тебя что, спереди проставки стоят? Да. Нет, сзади, сзади, сзади. А, я же эти диски снял, брат. Как вам она, пацаны? А ты номера карбоном, да, еще сделал? Да, да. А? Ну, давай, чуть-чуть. Ебать, он басистый, брат. Бля, брат, очень красивый цвет. Поедем, брат. Давайте, братья. Спасибо большое за внимание, брат. Давай, удачи. Давайте, пацаны, обнял вас, брат. Блядь, она как виднеется, нет? Также карбон сделай на номера. Как вам F90, пацаны? Да иди да нахуй ты, доебался, да до моих штанов доебался. Бля, черный салон в каком аккурате, брат. Хорошая, брат. Да, единственное, что у меня нет, у меня шульки нет. Нахуй она нужна, брат, по-братски, я все ебал. Че, говорит? Саунды, звук дай, говорит. Ебать, они тоже как кайфуются. Бля, эту Ауди видел? Да, очень красивый. Давай встанем с ним, похуй. У тебя на 100, брат? Акма, короче, с GTA наш, бля, брат, мы пиздец, это брат. Очень, мы очень... как не шумели там, брат. Брат, ты, я вот слышал за тебя, знаешь, здесь? Ты же не ездишь быстро, зачем делать, брат? Я? Езди как тебе, по кайфу, да. А остальное, аккуратно. У тебя резина новая еще стоит, брат. Аккуратно, умоляю. Как тебе, брат, сколько у тебя уже это F90? На что менять будешь? Здесь было. Да, на что будешь менять? Честно сказать? Вообще не знаешь даже. Бля, да нахуй тебе нужен. Брат, поедем с Чечни, прям привезем, не? Один на 95. Так, сперва палку тебе надо, да? Брат, да, палку кину. Ой, да. Бля, брат, ты не заебаешься ее заправлять? Здесь. За полный бак я отдаю 130 евро. Охуеть, брат, 13 тысяч. Мы даем 6 тысяш. Серьезно? В два раза меньше. А как ты, Ренат, скажи, да, бля? Брат, я честно заебался я, брат. Вообще, честно? Я не думал, что тебя... Вспомни уже... кружки, которые я тебе сегодня в 5 утра отправлял. Да, брат, я всегда, брат, все помню. Я, знаешь, как кайфовал, брат? Блядь, девочки, мальчики. Он, короче, сидел 17 лет, пацан, за разбой. На самом деле ему 16. С детства. Бля, здесь... Я в Кёльне не был, знаешь, брат? Брат, мне дороги здесь очень нравятся. Поехали сперва, похаваем. Куда одну палку надо? Она на любой заправке есть, брат, у вас здесь. Здесь на 14 зарядка. Или ты богатый? Тебя тоже только на 15. Бля, вот эти мажоры как заебали, брат. Мы сказал бы, я тебе взял бы дома. Да у меня тоже, брат, на 14 нет, у меня все 15 на самом деле. Просто на 14 надо, потом этот, понял? Брат, там CarPlay, ой, этот, скажи мне, Lightning, понял? Да. Просто поставить, чтобы, блядь, этот пик, понял, и ПП оплачивать. Кто? Мажоры, брат. Акма, как ты оказался в Германии, люди спрашивают? Брат, я же до этого вообще в Австрии был. Так. И потом нам пришлось переехать сюда с семьей. Типа тут двигаться полегче. Так. Скажем так. Поэтому вот тут я уже на самом деле 6 года. Ага. Очень кайфово здесь. Бля. Мне здесь есть, честно, бомба, брат. Просто тут здесь своя экосистема. Просто... Вот, да мне знаешь, что понравилось, брат, здесь? Я вот вчера... Вот мы, допустим, пацаны думаем, вот в Сочи поехать, понял? А у вас здесь вообще другая жизнь, понял? Девчонки, все другое, бля. Ты откуда знаешь про девчонок? Брат, твой брат, блядь, ты мне на меня посмотри, я конченый бабник, если так взять. Я, блядь... В Варшаве же я был, я брат. Я вообще не видел, как вы там в Варшаве. Там вообще полиция не останавливает вас? Не, брат, похуй. Бля, я в Варшаве, брат, еще пацаны такие попались, понял? Конченая. Наши ребята тоже там были. А? Наши ребята там были. Там азербайджанцы были, брат. Азербайджанцы, Дагестан, с чеченцами тоже пацанами познакомился. Там вайп есть, если честно. А что ты скажешь по поводу экономики? Брат, она сейчас падает же очень сильно.
Не, а по того, что ты мог бы тут жить, допустим, вот на зарплату с России, вот 2000 евро. Здесь? Да. На 2000 евро? Да. Брат, на 2000 я в России тоже не проживу. Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Вот бензин 600 евро, брат. Хата, да? Родителям надо отправить. Ну, мне, брат, 2000 евро никак не хватит. Ну, Москва, Краснодар, да. Типа, брат, ну не вариант, брат, 2000 евро уже потребности другие, понял? У тебя, короче, комплектация... Аккуратная, понял? Да похуй она нужна, брат. Самое главное, карбоновая крыша. Все, брат. А, в натуре крыша, прикинь, люка нет. Брат, я тебе говорю, смотри, мне вообще, понял, наплевать. Ну вот, допустим, вот если ты мог бы выбрать себе карбоновую этот крышу или люк? Не знаю, брат, правда, мне похуй. Да я типа не задумываюсь, понял? Да именно правда поебать. Я тоже, чё мы, брат? Че? Давай толпой да ебанем отсюда на машине в Краснодар, поедем. Чем занимается Акма? Ничего, брат, ворует. Бля, брат, на этот вайб, брат, как здесь прикольно. А ты видел вот эти эскалаторы, которые ехали, которые сейчас покажу? Можем, в принципе, покататься на них. Что за эскалатор, брат? Пароход? По воде он плавает? Да нет, просто вот по воздуху, типа. Самолет? Фуникулер? Вот это, который, когда ты на лыжах, типа, идешь кататься, она же это, типа, как она тебя поднимает? Ну да. Как называется? Эскалатор. Вот. Ну там вообще по-разному, брат, он называется. Фуникулер тоже называют. Брат, тебе пайпа пиздец не хватает. А почему ты не ставишь? Очень опасно, допустим, если у тебя пайпы и тебя спалят, у тебя сразу... А, смотри, да? У меня спереди тонировка, не видишь ты? Я вижу, брат. А за это не ебут здесь? Ты, короче, на ней что сделал, брат, скажи мне? Я карбону эти лезвие поставил и... Пленку. Пленку сам под свой цвет заказал, брат. Пленку я очень долго ждал, кстати. Ты кайфуешь даже от нее. Ну, она в хорошем состоянии. Сколько пробега, брат? Бля, как хорошо, Торрес. Охуеть, брат, она целка же. А сколько проехал, брат? Я купил ее, когда 22 было. За 6 месяцев проехал сколько? 6-7 тысяч. Ну, у тебя, значит, служебка есть, да, еще? Она очень аккуратная, брат. Мне очень понравилось. Бля, здесь какой вайб, брат. Типа, мне очень понял здесь. А ты хавал вообще? Новизну. Я хуй дохал. Я знаешь, во сколько хавал, брат? Бля, я здесь увидел много турецких ресторанов, брат. Ты был там? Нет, я не зашел, брат. Ты же сказал, не хавай, бля, пришлось не хавай. Бля, я хотел зайти, бля. Я увидел, как там вкусно, бля, тоже тебе слово дал. Я сейчас, короче, поеду, наверное, и подам визу в Америку, брат. Я просто придумал, прислал, как там охуенно можно постримить. Хули там $400 виза стоит. Просто мне пацаны сказали, вот кто сдавали грузины, был, я посидел с ними 2 часа, пообщался. Он говорит, ребят, не пизди все как есть, так хотел и расскажи. В Америку? У меня там очень дохуя братьев живет, ну прям очень много. Бля, ебать, дурац, твой руль вообще другой. Я же его, вот этот карбон я поставил. Да. Сколько здесь стоит? $600 дал за все? $100 отдал. Охуеть, у нас вот это стоит 25 тысяч. Серьезно? Бля, буду. Очень. А лепестки почему не поставил? Эй, лепестки поставь, брат, бомбу будет. Мне Сэм уже говорил, поставили лепестки. Да, да. А краб сейчас должны поставить на дня, брат. Мы, короче, ждем. Этот, как его зовут? Каприста ставим на F90, а этот акраб мне ставим, понял? Брат, а ты 95-м заправляешь или 100-м? 102. Нихуя себе, здесь такой тоже есть? Да, ультимейт называется. 2,80 стоит. 280 рублей бензин, брат? Примерно плюс-минус, ну 250, скажем так. Бля, ну я тебе вот вчера скажу. Бля, вот Варшава 3-2 раза дешевле, да? Кёльн, Германии. Именно по кайфам. Ну, типа рестораны, кафе, клубы. Серьезно? Ну, я у тебя спрашиваю. Ты что здесь живешь, брат? Я не знаю, я же в Польше не был. Сколько там все, допустим, один раз пойти похавать? Я что, ебу, что ли, брат? Смотри, как похаваешь. Ты же у меня... Ну, я же, допустим, просто по среднему пойти похавать. Сколько будет стоить? В среднем? Да. Ну, где-то, блядь, $40. Евро. Ну, тут 30. А где дешевле? Все, брат, переезжаем. Ебать, 2К, нахуй, 40 литров. 12К, 40 литров. Дай ему кофе, брат. Лучше пешком ходить. Да не, на самом деле, тогда нету такого. Блядь, подстраиваешься на самом деле, брат. Когда ты покупаешь такую тачку, пацаны, вот в Грузии, бензин, слово стоит сколько? Ой, хороший звук. 120 рублей, да, 140. В Грузии. Дешево. Но в России, брат, я тебе скажу, даже в Москве, блядь, где бы ты ни был, брат, вот я когда говорил, что мы там в кофемане дорого и так далее, нихуя тоже в России недорого, брат. В России охуенно. Я в рот ебал в Европе жить. Да в рот ебал, мне брат. Вообще рассказывали, что... Да нихуя такого нету. Ну, я не знаю, за МКАДом и... В Краснодаре идеальные дороги, в Москве идеальные. Я в Сочи идеальный. Я вот где не был, везде идеальные, брат. Я не знаю, у тебя гражданство есть? Ой, блядь, хорошо, брат. У тебя...
тебя нету по этой хуйни, да? Она американка? Немец? Да. У меня, знаешь, чего нет? Ионизации нет. И все. А, и карбоновые крыши. Все. Зачем? Честно, вот если я мог бы выбрать, я бы выбрал крышу. Карбоновую? Нет, этот люк выбрал. Брат, я честно, мне правда наплевать, правда. У меня массаж есть. Серьезно? Да, расширка. Что по кайфу, да, брат? Климат 8 это. Обдувы, массажи, блядь. Ну, сам видишь, тикованный, брат, не. Сам брат в России уже в Москве, там позавчера приехал. Да, ты тоже, да, хочешь подрез собрать? Ну, ему хотел я. А сюда отправить? Да. А что, дешево стоит? Ну, сколько там было? 3500 вроде евро. Евро? Да. Это лазер оригиналы? Да, да. А потом, что? А в России сколько стоит? Сэм говорил, вроде 4500. 4600 примерно. Просто знаешь, какой этот прикол, брат? То, что ты когда ставишь, да? Рестовые фары, лазеры не работают. Вот так, брат, да, мы охуели. А мне просто, я списывался с этим, с чатом, с этим типом. Он говорил, что можно с Польши какой-то адаптер вроде. А, да, да, да. И тогда можно... Сколько это адаптер стоит, брат? $500. Бля, Сэм на самом деле, брат, очень сильно сейчас повис, понял, в деньгах. Ну, реально у него нету, брат. Он бедолага, брат, мы тогда считали, у него где-то, ну, в сумме мы посчитали, брат, у него на 300 миллионов. Для Сэма, брат, сейчас понял, 7 тысяч евро, 10 тысяч евро. Похуй, да, брат, типа, кормит, брат. По-другому двигается. Да, да, брат. Он вот в Турции, брат, понял, хотел себе челлендж сделать, на 2 евро выжить, понял? 2 минуты даже не прожил, брат. Брат, а здесь жестко, да? Здесь пункты есть? Да. У тебя сколько пунктов? А, это пизда, да? Охуеть. Они каждый Новый год обновляются? Сегодня дали пункт, если ты 2 года и следующий пункт 4 года, плюс 2 года добавляется каждый пункт. Охуеть. Да, да. А сколько пробег? У меня сейчас, брат, на машине 58, на моторе где-то 15-14 минут. Ну, прям мотор был новый, купил и свапку поставил. Как думаешь, за сколько она мне вышла? Мина, за сколько ты купил? Да, да. Я не скажу, потому что я не знаю в Германии. Примерно, какой плюс-минус. 18-й год. Когда попал, брат? Бля, даже не знаю, бля. Давай по грузинским меркам. Где-то 65-70 тысяч евро? Больше чуть-чуть. Сколько, брат? 83. 83. Ну, это нормальная цена, брат. Его не двигает. Ну, опять у него в 10 была, брат. Я в Германии же катался на русских номерах. На дуре? Я вот пока был в Варшаве, я охуел, брат. Типы по одной дворе. Одного кента своего встретил, брат. С ним сидел, бухал, саго. Прикинь. Хэмкелский. Разные страны, но одинаковые нации. Понял, откуда, куда, вот это начинается. Домой. В машине девочку ебал, брат. Нет, красавчик, который я не сел. Я очень строго к такой хуйне. Машина это, брат, семья жесть. Блять, вот это мне надо, брат, керамически. Есть у кого-то? Ебать, тебе повезло. Тебе сказать, я вообще не шарю вот этих вещах, что вообще, что есть, что нет, в Афганистане, что хорошо, что нехорошо. Вот это карбон или что это такое вообще? Это карбон, но это такой, понял, карбон, стоповый. Хорошо. Я уже дорогая, блять, брат. Я, у меня все в карбоне, нахуй, брат. Вот куда ни посмотри, все в карбоне. Простой. Да я что тоже, брат. Просто, блядь, в руке, брат, появилось, понял? И в метке хуй с ним. Чем проебу на какую-то хуйню, брат, оставлю, зато буду смотреть и кайфовать, понял? Смотри, я сейчас буду тормоз газом нажимать, понял? Если мотор будет... Ну, там Сэм в чате, пацаны, они объясняют. Если мотор поднимется, значит подушка. Давай еще раз, еще раз. Левая подушка не знаю. Она просто либо не закручена, это хуйня, брат. Левая, понял? Это вообще не печалься. Не знаю, брат, сколько здесь стоит. Это не знаю. Вот я вот такую хочу губу поставить, брат, РХПшную. Да, в России также стоит. В России стоит 52 тысячи. А лезвие есть сюда потом? Лезвие есть карбоновые. Они же все одинаковые. А, нет, у тебя какие-то другие, брат. Да, у тебя другие. У меня они чуть такие, понял? Да, 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 ты понял. Так, этот я у тебя, это, я поставил от КС-ки задний. Фузор я поставил тоже от КС-ки с этим стопом. У меня просто стопа никогда не было, брат. Бля, цвет очень ебанутый, просто знаешь что? Бля, за ним следить пиздец же, брат. Пыль ебать виднеется на нем. Потому что я ехал уже 340 километров, я ее мыл. Да, ну она очень красивая, мне очень понравилась. Пацан, как думаете, делать такой цвет? Бля, брат, она... Бля, с карбоном, интересно, моим будет смотреться? Черный мат. Эй, да, брод, ебал, черный мат. Ну она. Эта пленка сколько стоила? 5 евро? Да. А? 500 евро? Подожди. 600 евро. А работа тоже 600? Нет, работа около 2000 евро. Охуеть. Ебать дешево пленка стоит. Ну это здесь, понял, дорого. Where are you from, bro? We don't know, Germany. О, хорош.
Короче, рассказываю, мы с пацанами пошли кайфовать, понял, отдыхать. Я говорю, что у вас там, девочки есть? Они говорят, нет, я говорю, сейчас сделаю, брат, 2 секунды, подождите. Сюда смотри, брат, на стриме не буду показывать. Нет. Брат, очень поправляет. Реально, я же тебе реально говорю, ты не простой пацан. Я тебе говорю, приедь один раз в Россию, просто позвони мне, в каком городе будет. Зато на каких выебонах, брат. Салам алейкум. Я хорошо. Что, говорит? Я просто, стейдж 1, 27. Типа, есть все, что ты говоришь? Что есть? Стейдж. Скажи, да, стоишь 2 плюс. А у них что, столько на этом? Скажи, да, пусть выкинь. Нравится тебе вообще? Мне это 3-литровая помойка, брат. Только с боком ездить, ничего больше. Ни комфорта, ни хуя. Но у него она ебанутая, брат, на ковшах, мавшах, на карбоне, понял? А звук, что за звук? Охуенно, это на 3-литровых, на всех такой звук, брат. То, чтобы я охуел. Что за звук? Ужасно, брат. Это 3 литра, брат, привыкай. Вообще, это не звук, это вообще параша полная. Ихбин, что такое, брат? Типа я. А, да ну нахуй. Да я, если честно, вот знаешь, как расслабленно сижу, брат. Ну ты, бля, очень далеко от меня. Я только что сел, бля, не достал. А не... Ты высокий, брат, у меня там рост 1.60 м. Ты 60? Не, брат, наебай. 1.83 м. Какой, блядь, 60? Да. Дай на ней боком. Мне жалко, брат. Почему? Да нет, нахуй. Я тебе говорю, дай. Мне даже жалко, брат. А где сидеть место? Она ни разу не ехала боком. Поклянись! Ехала. Мне даже жалко, я брат. Даже не умею. Реально? А куда нам здесь? Дай чуть попробуй дать. Бля, я сейчас давно не ездил же, я вас. На, брат. А у тебя настроено все, брат? Вроде да, посмотри там. Ебать руль, брат. Ой, бля. Это хуйня, понял у тебя? Это похуй, брат. Все, нормально. Эй, работает, брат? Че? Да, да. А блядь, нахуй ты, блядь, сигналишь. Брат. Успокойся. Реально взбрался, брат. Тут где-то если камера будет. Это что было? Это называется, брат, угол. Вау, это что было? Брат, тогда чуть-чуть. Брат, здесь знаешь, как просто поворот уже, не знаешь, какой. Да-да, ты реально мужчина. А ну дай лапу. Ма, брат. Реально лучше. Она, я тебе серьезно говорю, в Германии она ни разу не ехала боком. Я вот сейчас, я вот Сэму сказал, что я когда приеду, брат. Брат, на треке тоже прикольно. Я вот первый раз поехал тогда с Сэмом, понял? Бля, кайф есть. Просто понял, здесь, бля, руль-муль, ебать, ты как ездишь, брат? Бомбово же! Бля, ебать, приборка бомбовая есть, честно. Тебя надо депортировать. За что, брат? Я что сделал? Тоже так, блядь, депортировать, как будто что у меня, блядь, место жительства, где по кайфу. Сил говорит, дай еще. Он как кайфует. Ебать ты кайфуешь. Ты реально лучший, брат. Блядь, только это, брат, это... Что же, у тебя и в 10 немка была? Здесь направо, да, нам? Вроде да. Да, брат, ехали. Брат, только тут... Я реально боюсь. Да, нет, да, брат. Сил говорит, дай боком. Сам здесь очень много... Да, тут вообще заводов. Дорога очень... Странные дороги тут. О! Девочка, как он пахнет. Брат, здесь куда? А здесь паркинг направо, уже, да? Да, да, где-то надо парковаться. А нельзя на улице здесь остановить, брат, вон там? На 5 минут или въебут? Не-не-не, они сразу... Что здесь нажать, вот это? Да. Хуеплет, а, вот. Го-го-го-го, вода капает. А там будет ловить, брат? Посмотрим. Брат, я тебе реально говорю, ты вот ты кататься ты реально бомбу умеешь. Вот сейчас я вот... Я тебе реально говорю, вот столько вот эмок, вот реально я... Так, брат, нихуя сейчас не сделали, знаешь, мы? Я тебе клянусь, мама, вообще ничего, брат. В Германии столько я сижу, сколько... Здесь же дохуя, пацан, дрифтеров нету, не? В этот Нюрбургринг поедешь, да, брат? Блин, Нюрбургринги нормально двигаются, брат. Ты был? Не, не доехал я. Верти-орти. Здесь что, брат? Ау, давай ебанем вот откуда. Бля, я в аэропорту тоже курил, знаешь, эту хуйню. Мне говорит, найн-найн. Я говорю, какой нахуй найн, бля, все нормально. Странные люди в Германии. Кёльни то, что я вообще не запустил, без всякого не было, брат. Ох, ох. Брат, давай. Знаешь, посмотрим, какая здесь техника есть. И что-то купим, брат. С собой заберу. Не, у меня все 15-е, брат. Только один 14-й, то я его сейчас заберу, маме подарю, понял? Я ей, брат, 15-й подарил. Часы не хочешь, брат? Давай, можно. Того рот ебал, как гангстер будешь ходить, брат. Не, типа на шею их повесишь, давай. Понял? Нормально? Не, брат, от руля, от F90 тебе больше. Ты в натуре камень, брат, уже здесь был. Умоляю, я какую-то хуйню хочу купить. Бля, этими реально кто-то пользуется еще? Ты закупал? CDR здесь нельзя удалять, а CDRV можно, если не ошибаюсь, так было. Что за качество, ёбаный рот, все ломается, блядь. Да, скажи, селфи.
Do you want help? We can help you. Хочешь? Бля, бомбовый, знаешь? Бля, вот ну не такой. Я покупал дедушке. Ва, вот такой, брат. Понял, чтобы он видел бы цифры? Ну, не видел. Понял, так и это для возраста, понял людей? Они поэтому, понял, большие. М1, М2, как на М5? Да, прикинь, и пульс еще мерит, охуеть, давление. Что ты сделал? Опять в Грузии приехали, воруюсь. Пойдем, брат, пока нас не отпиздили здесь. Брат, мне похуй на самом деле. Ты меня максимум что можешь сделать? Депортировать, брат. А, нет, здесь сажают, брат. Здесь сажают? Да, здесь этой же нету инкриминализации. Брат, он вообще по телефону разговаривает. Ебать, а что за работники нахуй? Блять, там, бля, ведюхи-медюхи, чё по кебру. Бля, я хочу племяннику или племяннице вот какой-то подарок такой здесь купить, чтобы они заиками остались, понял? Бля, вот такого одного долбоёба купить, нет, на хату. Это Свен, брат, ты знал этот прикол? Игра была Свен, там пастух барашек ебал. Я тебе клянусь без шуток. Can you help me, bro? Do you have a selfie палка? Selfie stick. Yes, yes. А, абсолютно, окей, okay, Саня. Мне вообще по кайфу делать, я уже, знаешь, как привык к этому, брат. Поверь мне, если ты после Грузии стримишь, брат, спокойно, Грузии, понял? У тебя уже везде зеленка. В Москве, брат, люди наоборот нравятся, знаешь. Люди сами, понял, подходят, интересуются, там, засними. Они же понимают, брат, что за этим будущее, понял? Ну, реально. Охуеть, брат. Я их рот ебал, не кайфалом это было собирать? Поломаем? Да, я это хотел делать. Не выходит, она приклеили, понял, из-за таких, как мы. Ебать, эту хуйню, прикинь, сделали. Супермен это, брат? Ставим вот так рядом. Четко. Бля, ебать, тёлка, смотри. Блядь, нет. Ну, какой рот, глаза как будто настоящие. Реально. Ты мразь, блядь. Сука. Таешься. Нормально тут? Это пулеметчик, терминатор же это, брат. Бля, знаешь, пацаны, которые со мной в Варшаве стрелили, их по новостям показали? Серьезно? За выхлоп, да. А за что? За выхлоп, брат. Сейчас петицию какую-то собирать, чтобы ебать. Без шуток, они сейчас без выхлопа все ездят, бля, будут. Здесь что? Шрек. Равшан гандон как поменялся. Он реально на Равшана похож. Да, да. Просто это чуть пугей. Это тоже Равшан. Равшан. Бля, брат, вай, тут прикольный вай. Вот это Сэм. Это, да, как его мамой в этом звали? Водяной человек. Угу. Все, спасибо, Ирвин. Брат, спасибо, как на германском? Данке. Данке? Да.